опарыши разбегаюсь. Я в Ралапундере. Сегодня 8 мая. Вчера сказали, что... Нет, позавчера сказали, что здесь есть лещ. Я поймал только пока одного подлещика размером с густерку. Утром клевали уклейки, довольно-таки крупные, штук 5-6 поймал, штук 10, наверное, сорвалось. Ну и попадается на фидере на донку плотва, довольно-таки крупная. Штук, наверное, 15 поймал. Солнышко, здорово. Я медленно загораю. Река тут петляет, там вот тоже она проходит, за этими деревьями, за этой березой, сосны сразу же внизу под ними. Тут она делает петлю, здесь делает петлю, уходит там направо, там опять налево, и так вот туда-сюда, туда-сюда. У меня уже клюют, зараза. О, сел кто-то хорошо. Вот у клея. Иди сюда. Подергивается. Да, пойдем вытаскивать. Упал телефон, я чуть фидер не раздавил. Ладно, потом разберусь. Сейчас надо снимать рыбу. С крючка. Так что вот так. Любите природу, мать нашу.
там поплавочники сидят. Не видел, что они что-то вытащили, уже часто едят. Но, судя по звукам, ведре что-то у них там колотится. Видимо, одна есть. Все. Приятного просмотра. Уезжайте на природу. Наслаждайтесь, пока в Эстонии есть.